гипсофила махровая, перфекта. Сидит она уже здесь давно. Я купила ее рассадой. Сколько раз не сеяла махровую голландскую семенами, она получается обычная, не махровая. Вот. Раза три, наверное, сеяла, и три раза была не махровая, обычная. Места у меня на огороде нет, поэтому, видите, я обсадила ее помидорами. Вот, помидорами, поэтому вот так вот я ее обломала снизу хорошо, потом еще и связала, и вот такой вот букет среди помидор. Махровая гипсофила. Ну, спрашивают, чем отличаются разные сорта гипсофилы. У меня два белых сорта. Так вот, перфекта уже цветет, а миллион стар нет, еще не цветет. Сегодня 20 июня. Поэтому, кому нужна гипсофила на срезку, надо брать разные сорта, чтобы было целое лето, что добавлять в букеты. А простая гипсофила еще раньше цветет. Вот. Так что вот такая у меня есть махровая гипсофила. Перфекто.